Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч сегодня хотел рассказать о очень интересной аркаде, которая называется Incredible Jack. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Она, кстати, полностью на русском языке. Вот список уровней, которые я выбираю. Тут даже есть сюжетная составляющая, в которой нам рассказывают вообще, что и как происходит. Вот. Давайте читайте внимательнее про молодого Джека, который встретил красавицу Джейн. Это жадность возникла, появились у них дети. Так, покорил, это понятно. Какие-то подземным демонам это не понравилось, что у него семья есть. Похитили жену Джек, детей и многое другое. Как понимает Джек, понял, что надо что-то делать и спасти всех своих родных. И вот мы играем за Джека. Вот так мы с вами управляем, вот так прыгаем. Графика достаточно симпатично сделана. Мне, кстати, вначале игра не понравилась вообще, я не хотел по ней делать обзор, но решил все-таки по ней сделать и все-таки не разочаровался. Вот различные подсказки, чтобы мочить этих червяков, мы просто на них прыгаем. Что еще тут можем делать? Давайте подойдем к вопросу. Используя кнопки, чтобы управлять героем, это мы уже сделали. Так, и вот это, будьте осторожны. Ага, мы не находимся долго в воде, то есть мы можем утонуть. Вот такая, кстати, прикольная графика, правда, пробуем в воде, что будет? Ага, вот так мы с вами тонем. Я что-то сейчас в этом... Нет, я выжил. То есть у нашего героя есть определенное количество жизней, которые они тратят. Давайте попробуем пройти дальше и посмотреть, кто там будет у нас впереди. Еще тут есть какие подсказки. То есть мы можем скатываться вот так вот и убивать монстров, которые нам попадаются на пути. Ну, такое прикольное. Игрушка так. Также мы можем собирать различные сокровища, прыгая на эти бочки. Тоже монетки, конечно, собираем прямо в самый раз. Червячки ползают, что-то пружины различные. Ну, напоминает, конечно, эту игру Sonic, ну, хотя персонаж другой, но принцип такой же. Прыгаешь, ударяешь, вот различные враги, какие-то непонятные пеньки нас атакуют, но мы легко и просто с ними справляемся. Мы можем взрывать эти бочки, как я понимаю, вот так вот толкаем и уничтожаем наших врагов. Очень забавная и интересная игра. Если вам нравится такой жанр, то обязательно данную игру сыграйте. А с вами был Android Androidыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч!